предпоследний вопрос по поводу вчерашнего тигренка. Шефство возьмет над ним президент или нет? Ну, я думаю, что тот факт, что президент в принципе дал поручение для того, чтобы благоустроено, скажем так, помещение этого тигренка разместить, это уже само собой подразумевает, что этот тигренок уж точно совершенно будет под опекой. Сейчас все необходимые процедуры проводятся. Вы знаете, что при приеме животных важно провести некий медицинский такой осмотр, диагностику, как правильно сформулировать. То есть у тигренка все будет хорошо.